Чужие ворота у Акбарса в периоде втором. Мы начали вот этот формат 5 на 3, конечно. Гол. Вот и гол, посмотрите, она все-таки залетает. Вот смотрите, Радулов отдает ее по борту, и вот тут... Ну да, вот это ключевое. Это ключевое. Сейчас Радулов тоже... Это Адамчук смог сделать. И видите, что есть неудобный... Вот она идеально попала